боитесь жителей города Юзнова разобраться с таким вопросом по поводу строительства сбоку торгового центра неизвестного сооружения? Дети, ну, женщина шла с ребенком с аптеки, по лестнице спускалась, ребенок упал и чуть не разбил голову. Жители, ну, хорошо там были, помогли. Кто дал разрешение на это строительство? И почему оно строится? Почему вы не знаете? Я бы хотел узнать, и своим депутатам тоже, избирателям, которые задали мне этот вопрос, я хочу ответить. Хотел узнать, кто у нас занимается в архитектуре выдачи разрешения, и почему мы не знаем насчет выдачи этого разрешения. Сергей Николаевич сейчас даст ответ, но я думаю, что это можно было в рабочем порядке к Сергею Николаевичу обратиться, получить такую информацию и решить данную проблему. Только если только сесть. Сергей, пусть он ответит. Ну пусть ответит. Ну, к нам обратилась сама ассоциация, которая обслуживает, да, торговый центр. У них там, они нашли предпринимателя, который им полностью профинансировал замену линевой канализации. За это они заключили договор на размещение этого временного сооружения. С пластиком, совсем временного. Временное сооружение сейчас, согласно наказу Минэнергосбыта, это просто указано. Легкие конструкции, там не указано ни пластик, ни металл, уже брали, все убрали. Со всеми нарушениями, там спуск лестницы. Невозможно. По спуску лестницы мы писали предписание, они сократили точку и расширили проход. Нет, там надо посмотреть по санитарным нормам, там невозможно это спускать. Хорошо. Там две аптеки спускаются, дети с аптеки. Хорошо. Дякую. Каменный, будь ласка. А земля это получается, что это распоряжается это торговый центр или это наша городская? Да. Наша земля. Это наша городская земля, поэтому после договора с торговой... Тише, не кричи. Почему разрешение дают за обслуживающие вот эту организацию? Обслуживающая организация закреплена за обслуживание данного объекта с прилегающей территорией. А документы оформления и размещения уже размещались, оформлялись у нас. Давайте мы так, замечания есть, все должны быть санитарные нормы выдержаны, изучить, если нет, снести. Я так правильно понимаю, да? Да, пожалуйста. Я тоже хотел бы этому вопросу сказать. И там появилась не одна будка, там появилось две будки. То есть на углу стоит магазин, который продает там телефоны. Вот за ним уже один мат, грубо говоря. После синей будки, которую мы тоже когда-то не утверждали, еще один МАФ появился. То есть мы принимали это самое. Схема размещения. Навести порядок. Хорошо. На размещение Сергей МАФ. Николаевич, давай. Да, то есть это обычная МАФа, которая торгует там всякой продукцией. И оно, ну, вообще не красит город, это центр нашего города. Согласен. И еще хотел дополнить, что вот сегодня вопрос, мы сняли по острову дискотека. То есть вопрос не решен, может, мы будем против этого вопроса. Работы идут полным ходом, понимаете, кто разрешал эти работы? Реконструкция идет, там уже что-то... Вот то, что мы сняли, да? Уважаемые друзья, давайте, мы сняли этот вопрос, но я уверен, я к чему веду, что вот эта дискотека, это остров, это тот, который я всегда называл ток, да, колхозный, когда было 4 столба и крыша, это на пляже? На пляже. Но давайте мы, к тому договоримся, что если мы на сессии, нам вынесут на сессию, покажут, что там будет. И если вы утвердите, а то, что действительно там что-то будет, как они говорят, как это Ибица или как в Одесской, что если это будет что-то такое нормальное, и что это будет украшать пляж, украшать город, я думаю, что надо дать добро. Если это будет такое же, как было, я думаю, что на это не надо соглашаться. Я не видел проект, я не знаю, стройка. А стройка идет? Как, Сергей Николаевич? Там сейчас есть объект собственности, по факту есть, нет миллиона. И он в рамках своего объекта делает. Мы обращались в инспекцию ГАЗ, инспекция ГАЗ пока читала, что собственника найти не может. Ищут. А собственник тот делает, который... Кто выполняет работу. Которые... Они же должны привлечь его к административной ответственности, им нужен собственник с паспортными данными. Ну давайте, тихо, там ГАСК должен, ГАСК. А подожди секундочку, это они идут внутри ремонта или наружу что делают? Внутри работы ведутся, но мусор строительный выносится наружу. Да, давайте, подсказывайте, как правильно поступить здесь. Я просто хочу напомнить, что в свое время... Мы принимали решение о незаконности строения острова на пляже. Приняли решение. Доблестный юротдел выиграл суд, где было написано «снести». Все, решение должно быть приведено в жизнь. «Снести».
Но до тех пор, пока там были одни представители, все шло так, как мы голосовали против, снести и так далее. Сегодня туда приходит хорошо сгоревшая капучино. Хорошо сгоревшая капучино. Потому что по-другому мы его убрать никак не могли. Там собственность, там суды, там и так далее, и так далее. Понимаете? Петрович, ну сгорело оно. Аккуратнее, привязка. Ну сгорело оно. Хорошо сгорело. Теперь приходит человек и говорит, ребята. Тем более, что к этому предпринимателю Владимир Николаевич с ним лично встречался, предлагал для переноса, по-доброму, пожалуйста, мы вам предлагаем перенести. Нет, я буду стоять в центре города, так как мне нравится. Ну, теперь переносим. Этот человек приходит на море и говорит, так, а теперь я буду, ну ладно, там сгорело, теперь я буду стоять тут. И вы, депутаты, отменяйте свое решение о сносе, и я буду там делать новое... Сейчас Дэна все объяснит. Дэна, пожалуйста, что у нас там, судебные какие дела? Да, действительно, первая станция, мы выбрали вторую, я 4 года судимся по решению сессии. Но Верховный суд отменил, и сейчас опять находится в Бюжинском городском суде. Так что решение... Еще на 4 года. Решение, в смысле, оно не вступило в силу, у нас нет... И будем еще года 3-4 судиться. Тут же предлагается, как мы в процессе переговоров ввели тут, чтобы они, во-первых, оформили аренду, второе, чтобы они заплатили долевое участие, и третье, чтобы заголосовали внешний вид предварительно в сессии. Надо какой-то компромисс, другого никто не... На градсовете и на сессии. Будет судиться еще 4 года, и будет такой же бардак. И поймите правильно, что тут пока что предлагается нам, мы решаем, и у нас какие-то рычаги управления есть. А так мы будем Сергею Николаевичу, Сергей Николаевич будет на газ, мы на прокуратуру, прокуратура там тоже у них свое обвинение, как бы, поймите правильно. Так что предлагается нормальный вариант, пойти на компромисс. Не будем же опять политику. Я, давайте так. Должны показать тот список. Согласен, я сказал на сессии. И только потом начинать работу строить. Я хочу сказать, понимаете, тут можно идти, нет и все. Но мы должны все правильно понимать, что нужно что-то строить в городе. Строить хорошие, красивые, доступные и интересные. Поэтому что должны строить? Я уверен, что нужно утвердить на градсовете, и вынести хотя бы эскизный вариант, посмотреть, чтобы депутаты увидели, что там будет. И мы должны на это дать добро, потому что не построили опять какую-то собачью будку. Уважаемые, давайте эту тему закроем. Ну все, мы сняли, не рассматриваем. Газ пусть посмотрит, идет ли правильно строительство. Давайте дальше. Есть другие вопросы?